продолжении темы мер поддержки в Мурманской области, напомню, 2023 объявлен годом активного туризма. Это значит, что гостям региона Кольское Заполярье откроется с новых сторон, а компаниям и организациям, работающим в сфере индустрии гостеприимства, предоставят возможности и ресурсы сделать свой продукт еще интереснее. Речь идет о беспроцентных займах и грантах. Больше подробностей Народному рассказала директор агентства по развитию туризма и предпринимательства города Кировска Екатерина Степанова. Благодаря нашим учредителям, это и администрация города, и компания «Фусагро» выделила в этом году средства именно на выдачу беспроцентных займов и грантов. Гранты у нас будут на продвижение своих товаров, работ, услуг, на обучение персонала, потому что это тоже важная составляющая. Мы так же, как и по школе гидов, мы хотим повысить качество предоставляемых услуг. Информация об условиях предоставления займов и грантов размещена в группе Агентства по развитию туризма и предпринимательства города Кировска ВКонтакте. Перейти на нужную страницу можно с мобильного телефона. Для этого наведите его камеру на QR-код, который вы видите на экране.